А я тихонечко как мышка сижу. Он зашел так чисто, наганил. Нет, он передумал. Мы такая закрыла рот, Серёжа, как будто боится, что он ее услышит в игре. До свидания. Страшно, да? Приходите целом... еще. В целом страшно. Да, он придет обязательно. В этом-то и фишка этой игры. Он приходит. Каждый раз он берет и приходит. Alien Isolation. Чужой. Последующие 12 минут записи отняли у Полины порядка 2 лет жизни. Возьмите попкорн и приятного просмотра. Так дело не пойдет, Полин, выходи. Не пойду. Мучает свою женщину ради контента. Подлый. Все мы так делаем. Да. Пусть он уйдет. Он не уйдет. Он будет всегда здесь примерно. То есть в этой области. Плюс-минус. Он залез в вентиляцию. Полина, пора. Пора куда? Выходить. Куда? Направо. Не пойду. Надо. Иди. Ушел. А куда идти? Я чуть не обделался. Знаешь, я вида не подал, но просто буквально обосрался. Это так... Потому что она к нему резко повернулась. Повернулась резко, я краем глаза это увидел. Я пошел мыть жопу, серьезно, это просто пипец. Я знаешь, я удержал на секунду, все. Вот ты прикинь, вот тебя поворачивает резко, вот такой. Ну, может, ты просто направо? Страшнее, чем я гораздо. Ляжи. Блин. Может, ты просто страшнее, чем я гораздо. Ой, я ж тебе сказал, беги! Куда? Я не знаю. Вот в этом-то и проблема, поэтому я и сдох и перепроходил заново. Шкаф, вправо, да, держи, держи Е. Вообще не отпускать. Не отпускать. Сказали же не отпускать Е! Ай, блин. Ну, во-первых, нам пизда. Это первое. Второе, нам точно пизда. А вот и он. Кстати, иногда он чекает такие штуки. Такое ощущение, что вот это место, вот все 12 минут видео, они проведут в этом месте. Не исключено. Просто мимо прошел. Мимо прошел, да. Даже не планировал заходить. Он передумал, тебя воняет говном. Нет. Тихо. Нихуя какой неаккуратный гондон. Мулшот хвостом. Я даже не... Нет. Что нет? Не пойду. Пойдешь. Ты же не хочешь насилия. Я не голодный, спасибо. Тебе нравится слово кончина? Мне просто нет. Полина, если ты идешь, нажимай хотя бы вот так. То есть правую кнопку мыши. Кайф. А вот он не очень сильно кайфует, я смотрю. Правее. Что она? Что? Чего она испугаться умудрилась? Ой, блин, этот, как его? Идеальные мысли просто для рассуждения, когда ты играешь в хоррор. Тебе нравится слово «кончина»? Мне вот нет. Ой, блин. А вот он не очень сильно кайфует. В каком еще контексте рассматривать? Если в классическом, что кончина, это когда это смерть кого-либо. Это во-первых. А во-вторых, кончина иногда можно назвать какого-то очень плохого человека, который только конченый, что просто кончина. Интересно. А еще есть третий вариант. Белый липкий. Весь в кончине. Какой-то смотрю правее. Тебе пизда. Не-не-не, Полина, нет, паузу я отменяю. Я говорю, убираю эту кнопку, я выгрызу эту клавиатуру, я там поставлю иглу, серьезно, на этом, блядь, на эскейпе. Я буду ценой своего здоровья просто рисковать. Реально плевать, блядь. Телефон не по тебе на ситуацию, эскейп. Ага. По радару, как ты понимаешь, благо он здесь есть. Спокойно, просто не переживай, и он лет. Мне надо поиграть в игру без такой паузы. Да. Нет, пожалуйста, не надо, уходи. Он просто пошипел, серьезно? Не двигайся, блядь, даже не смотри в лицо. Ай, блин, как же она пугается люто. А если я попикаю? Нет! Ну да.
Какое-то время подшхонка восстановит твою эту ману, и мы пойдем дальше. Но! Это не хороший звук. Я хочу, чтобы ты смотрела, что происходит. Запарила. Не надо не смотреть. Я хочу видеть, когда тебя будут убивать. А я не хочу, мне и так неплохо. Что он там пикает мне? Пикнула? Засранец. Что? Он прямо в этой комнате. Твое лицо, я успел краем глаза увидеть твое лицо, просто мгновение, знаешь. И вижу, как ты ищешь escape, знаешь, в slow motion нажимаешь на него, просто поехали, давай. Он сейчас снова выйдет. Надо успокоиться. Еще один escape, и я реально беру... Она смотрела на него, как боевой хомяк. Такой, что ты мне сделаешь, сука? Ух, агрессия! Ему надо это, так на нормально, ну, на этих, на клавах же, где это, игровые, типа, часто идет штучка для вытаскивания. Просто берешь эскейп и вынимаешь. Все, нет эскейпа, не существует. Забудь! Да, но он геймплейно иногда нужен. Да. Ну, двигайся вообще! Ничего, блядь, не делай, дебил! Интересно, что происходит там. Ничего не надо! Тихо, тихо, тихо. Чё она испугалась? Интересно, что происходит там. Ничего не надо! Тихо, тихо, тихо. Чуть-чуть его башка. Она в реальности чего-то испугалась, ты понимаешь? Интересно, что происходит там. Ничего не надо! Тихо, тихо, тихо. Дверь была открыта, я думала, да что ты за дверь заговорилась, у меня очко играет. Просто это одновременно приходится сидеть и играть очком, как бы. Там дверь была открыта, я думала, там кто-то за дверь заговорилась, чуть не обосралась прямо смотри, сейчас. Смотри, ты вообще адекватно... Нет, блядь, ты подшхонку! Подожди! Подшхонарь, не давай, подшхонарь! Не мешай ему! А если он захочет отобрать? Нет! А если он черри захочет забрать? Это шо, ой, блядь? Извините, ударили. Кто ты? Кто? Типа ты подписчиком какая-то, которая от девочки вы упали, блядь. Да-да-да. Да-да-да, это же так как микрофон ударились. Извините, вы ударились. Девочки, вы упали. Подожди, 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 подожди. Андроида выпустил он. А, это клапсула эвакуации. Я так понимаю, что нужно, наверное... Он сказал клапсула? Или мне послышалось? Клапсула. Наверное, выпить его и эвакуироваться. Он ушел, да. Если нам, конечно, сюда. Ну, как будто бы да. Нет. Нет? Лол, так зачем это делали? Ну, ты думаешь, он настолько тупой? Он не настолько тупой. А андроид что, тоже против? Тупой. Да. Что это было? Он очень тупой. Родственник? Ну, конечно, он против, потому что загляни сюда, это безопасно. А, ну да. Да. Он очень тупой. Родственник? Вот тут, правее компьютер. Вот давай, 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 вот сюда, да, да. Он такой огромный. Какая зверка, не давай, поехали. Он вот, видимо, не воспользовался им. Нам пизда, да. Либо тебя там, либо бьют. Полина. У нас, говорит, возникли разногласия, пи***. Типичная российская семья, серьезно. Нужно собрать код, который на картинке. Я понимаю. Нет, я это понимаю. Вот здесь вот просто очевидно, чтобы было понятнее. Я не могу это сосредоточиться. Первое, вот это, да. Он умер, вы умерли. А, мы сдохли задержкой. Я не думаю, что по пути не встретится ничего конченого, поэтому на камняк я бы все-таки бежал. Ну, я честно, про это вообще забыл, но... Походу, надо было действительно бежать. Да, такие сопли, если текут сверху. А, ты не испугалась, почему? Я теперь тоже как долго побежал. Тыкни, еще раз, глянь, куда идти? Прямо, дальше идем. Сопельки. Я вообще их не видела.
Ну, кстати, реально они идут. Так, еще раз глянь. Где? Куда идти? Вот я ничего прямо тоже не вижу. Дальше идем. Вообще не видно ничего. Сопельки. Я вообще их не видела. Кстати, я тоже. Ну, типа, выебываюсь так, как будто видел. Беги. Блин, сейчас меня сожрут. Снова сопли здесь. Направо, на дверь, скорее всего, направо. Это лево, Полина, ты путаешь постоянно право и лево. Не надо прятаться в шкафу, не надо. Зачем? Смотри на потолок, молю тебя тоже. Что ты, от кого ты уворачиваешься? Да убери ты эту фиговину. Беги, Полина. Тебе пи***. Что, просто внезапная истерика? Беги, Полина. Тебе пи***. Ну ты быстрее, бежи, это очень нервный токсит. Нагнетает ей. Да ёп! Сработал скрипт, прикинь. Прикинь, ты добежала. И сработал скрипт. Это чудо чудесное. На следующий день с гуманитарной помощью и поддержкой пришел Марин. Ну как с помощью и поддержкой? Мы просто хотели вместе поржать над Полиной. Ты сомневался. Мармок любит, он сидит с попкорном. Полина опять играет! Найдите цилиндр сжатия для лифта. Вон сидит цилиндр для сжатия чего угодно. Не, он там внутри. Уже сжат. Да. Скоро превратится в алмаз. Чего? Тут андроиды, новая локация. Я пока не знаю даже, что здесь делать. Мы на ней остановились. Мы отбежали. Блин, делай вид, что ты играешь, а играть буду я. А, блядь, мышку не держит, я вообще не заметил это. Я тупо сижу, короче. Давай, не-не, все, давай, пускай страдает Полина. Я выключил. А чё вам надо сделать? Еще одно сохранение. Да, блядь, сохранение легких, как легко. А мы ищем, что? Надо открыть дверь на склад, но я хочу... А, я знаю, что задание. Вот там склад спереди. Вот это вот комната управления. Так она не рабочая. Надо что сделать сначала? Питание какое-то подать. Отлично. Я вам сказал, вам надо было пройти туда дальше, вот по этому складу. Вы обошли все, кроме одного коридорчика там. Ёпты, он налево. Как нет, нет, вышло? Не буду на него смотреть, он рядом. Да ну посмотри же надо, куда он ушел, как ты двигаться будешь? Это просто такое, понимаешь, прячется просто как я в ДБД, но работает. Это понимаешь, у нее, судя по всему, логика такая. Мне не страшно, когда я не вижу. Да. Такая просто, все, я спряталась, я в домике. Это забавно. Ёпты, он налево. Нет, нет, не буду на него смотреть. Он рядом щит. Мне наоборот страшнее, когда не знаю, есть она или нет. Убегай, ёб твою мать. Чё говоришь? Мне наоборот страшнее, когда я не знаю, есть она или нет. Ну как бы да, тут двигаться-то дальше надо. Вниз, блядь. Вниз по лестнице. Да встань. Да встань. Да быстрее, Полина, просто думай быстрее. Делай что-то. Блядь. Полин, смирись, просто смирись. Нет. Полин, тут так не работает. Полин, тебе пи***а. Прячься налево, за что-нибудь прячься. Боже, блядь. Что ты делаешь? В дырку, справа была дырка. Пожалуйста, нет! Какая-то мелодия. О! Что это было? Полина, бери револьвар. Стоп. Револьвар! Косноязычие в этом видосе прекрасно. Стой, где? Вы стреляли, да? Да. Сейчас накажу, сейчас покажу, что такое навыки в КС. Да, я знаю. Че говоришь? Когда ты косноязычишь в играх, это эффект закрытое пространство. Че там так много андроидов было? Смотри, или это люди? В смысле, беги. Они по очереди, в порядке очереди, просто выключай. Давай примем их, да, по порядке очереди. Ты же знаешь, где включать их. У нас очень мало здоровья. Сверху три андроида. Чужик с другой стороны. Эй, блин. Мне кажется, им стоило это. Ему стоило еще сделать ей челлендж, чтобы она играла на геймпаде. Ее бы еще и вибрация пугала. О, да. Очко от вибрации очко вибрирует еще сильнее, потому что вибрация нагнетает. Хотя у нее вон сидит нагнетатель, конечно. Пространство. Главный фактор нагнетения. Да. Это люди. Где? Сверху люди. Их чужой ест сейчас, ты видишь? Полина. Где?
А, вон там люди. Я думал, вот это люди качаются в штучках, а вон там вон людей, да, хавают. И чужой ест сейчас, ты видишь? Да. И к ним Полина, побежал. Полина. А почему он их не убил? Это андроиды, может, они люди? Если ты смотрел мое видео, но ты не, то там вот эти люди у меня были забагованы. Они тупо не реагировали ни на... Ни на а ну-ка, давай проверим. С ними. Да, подойди просто к этим людям. Добрый вечер, мужчина. Вы по-прежнему так же стоите. Столько лет. Баг не изменился, а видос Мармок снимал уже года два назад, наверное. Прошло. Они все ждут. Они понимают, что они ждут. Более светлое. А их же сожрали, разве нет? Я вот так их, короче, это... Ну, им-то похуй абсолютно. В смысле, им даже это... Как весело! О, она убила его. Это будний садист. Полина, как ощущения? Нормально. Чужик не убил, так ГГ, да? Ага. Я не помню, за кого там, за Рипли, не Рипли играешь. Ну, за женщину, короче. Куда она? Это будний садист. Полина, как ощущения? Нормально. Какую оценку ты даешь? Но если я буду говорить так, то я вызову тебе доктора. Да руки пахнут членом. Господи. Но он же, она же играет на твоей клавиатуре, скорее всего. Стоит призадуматься. Не моим. Настолько у меня обоняние развитое. А какая у меня цель? Это философский вопрос или по игре? Я просто не могу понять. Встала и ушла. И ушла, да, реально. Это новая какая-то локация. Они все одинаковые. Да, мы здесь не были. Осуждаю. А что она сказала? Что они все одинаковые тут. Дискриминирует коридоры. А если я обращусь в Гаагский суд по правам коридоров и комнат, то что тогда ты будешь там говорить? Да, не оценил. Ну да, теперь чувствую себя долбоёбом. Ну, да, для этого не сидела с каменным лицом практически. Ну да, теперь чувствую себя долбоёбом. Дёрнулась. Спас ситуацию, спасибо. Знаешь, не был только микроинсульт, знаешь, чисто чуть-чуть, буквально процент клеток мозга отмер, знаешь, а так все в порядке. А мы отсюда пришли или нет? Он внутри просто кишечник сальто сделал. Для желающих. Такое? Вот как описывать это состояние. Я еще ни разу не слышал такой фигни. Меня только случайно можно так напугать. Ай, блин. Просто зайдя в комнату, например, чтобы мне кишечник сделал сальто. Ну, когда было? Позавчера? Или когда я там тебя укусил за бочок, и ты испугалась? А мы отсюда пришли или нет? Там внутри просто кишечник сальто сделал. Для желающих пожалеть Полину, сообщаю следующее. Скорее всего, она садомазохист, так как именно сейчас она решила сама пройти и постримить Alien Isolation. И, естественно, я оставлю ссылку на ее канал. Welcome. Я тоже там буду, я хочу посмотреть и поугарать, потому что со стороны будет, наверное, еще забавнее. Всем пока и до следующего воскресенья. Тянулась! Да-да-да. Скажи хотя бы какую-нибудь эмоцию выразит. Вопрос, куда можно? Попу можно. Можно. Ты тоже это сказал? На пять. Ой, дебилы мыслят одинаково. И не поспоришь. О, да. Спасибо за просмотр. До скорой встречи.